на конкурс дети читают стихи. Васине Кита, 12 лет, станица Темиргорская, школа-гимназия, 5 А. Иван Андреевич Крылов, волк и ягненок. Как Усинова всегда бессильно виноват. Тому историю мы тьму примера слышим, но мы истории не пишем. А вот о том, как в баснях говорят, ягненок жаркий день зашел к ручью напиться. И тогда в шпиде случится, что около тех мест голодный рыскал волк. Ягненка видит он, на добычу стремится, но делу дать законный вид и толк, кричит: «Как смеешь ты наглец! Нечестно правом дочести мутить питье мое с песком и илом! Застерзать я такому я голову с тебя сову! Когда святейший волк позволит, насмею я дам месть, что ниже поручу о святости шагу я наступлю. Гневится пацана напрасно, он изволит мети, пыль, питья мутить ему никак я не могу. Поэтому я лгу, негодный, сухарь такая держит в свете. Да, помнится, что еще за прошу блядь, мне здесь же как-то нагрубил. Но я этого, приятель, не забыл. Прям помилуй, мне еще отроду нет году, ягненок говорит. Так это твой брат? Нет, брат у меня, так это кум или сват? И слово кто-то не будет из вашего же рода. Вы сами, ваши псы, ваши пастухи, вы всем не зло хотите. Если можете, нам не всегда вы вредите. То мне, ну я с тобой за их разъедусь, кричи. Ах, чем я виноват? Молчи, устал я слушать. Да суп не разбирать твои вины, щенок! Ты виноват уж тем, что мне хочется кушать! Сказал, и темный лес ягненка поволок.